Многоквартирный дом посреди огородов. 10 лет назад на улице Лесной в деревне Мамоново рядом с частными домиками появилась трехэтажка. Новоселье будущие жильцы отпраздновать не успели. Лесовский городской суд в 2013 году признал эту постройку самовольной и подлежащей сносу. Ответчики не исполнили решение суда и просто испарились. Мы потратили очень много времени, ресурсов, чтобы решить этот вопрос. Ответчик исчез. Доступ в строение оставил открытым. Это сделало его еще и опасным. Его облюбовали люди без определенного места жительства. По ночам подростки снимали здесь ролики. Точку в истории помогло поставить Главное управление региональной безопасности. 10 ноября заключили муниципальный контракт, а уже 11-го приступили к сносу. На этой территории никакого строительства не планируется. Земля частная, мы просто благоприятствуем ликвидации криминогенной обстановки. К 1 декабря на месте самовольной постройки останется ровная площадка. Строительный мусор вывозится на официальные полигоны по электронным талонам. Контроль за этим строгий. Работы по сносу сейчас идут не только в Мамоново. Одинцовский округ – лидер в регионе по ликвидации незаконных и аварийных строений. В 2021 году мы уже снесли 35 таких объектов, в том числе ветхие дома в Одинцово-1, самовольные постройки в поселке Горки 10, недострои в Звенигороде. Кроме Мамонова, сейчас завершаются работы по разбору аварийных деревянных домов на улице Суворова в Звенигороде. В Кубинке на улице 59-й мехколонны. Рабочим приходится разбирать строение вручную. До Нового года они с поставленной задачей справятся. В конце ноября приступят к сносу еще одного дома на улице Лесной в Одинцово. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».